Ушел на работу летом, а вернулся осенью. Скажите, у многих сегодня именно такие мысли в голове? Центр России в прямом смысле накрыло, сдуло и затопило. Утром, когда проснулись, что видели за окном? Правильно, голубое небо и солнце. А сейчас хмурые тучи, которые никак не хотят уходить. Сегодня погода не только сюрприз преподнесла, но и показала, на что она способна. Сжечь дом, как нечего делать. Пожар случился в Подмосковье. Молния попала в частный дом в поселке Томилино Либерецкого района. Кадры нам прислал наш гражданский репортер через приложение LifeCore. Вот видно на кадрах высокий столб черного дыма. На место ЧП приехали сразу несколько пожарных расчетов. С огнем боролись достаточно долго. Досталось и пассажирам самолета, который заходил на посадку во Внуково. Как они говорят, в их борт ударила сразу молния, ударила сразу два раза. Сесть в аэропорту назначение так и не получилось. Пришлось приземляться в Шереметьево. Людям сказали, что после заправки лайнер отправится во Внуково, но лететь больше никто не захотел. Спасибо, и без того страха натерпелись. А вот здесь видим, как дерево придавило пассажирский автобус. Это ЧП произошло на северо-востоке Москвы, причем пассажиры были внутри. К счастью, никто из них не пострадал, все выбрались наружу. Но могу себе представить, в каком состоянии находятся люди. Едешь в автобусе, и тут на тебя дерево падает.